Это видео о великой битве, где тактика и маневренность проявляют себя во всей красе, и без юмора нам никуда. Запустились 8 на 8, но за 10 минут стало 3 на 8, и даже в главных ролях был не я, а Кибернитсу с Фризи и рандомным тиммейтом. Видео было вырезано со стрима, как вы знаете, что на стриме качество видео портится в любом случае, и посторонние шумы присутствуют, например, как от Кибернитсы и его мышкой. Куда мне хату перенести? Нафиг. Не, мне нравится вот этот чувак, Пинбой Сервант какой-то. Типа он вообще молодец, он вовремя конюшни среагировал, сделал их в башне тоже. А, это Фриз делает. Ладно, беру свои слова. Типа шо, уже не красавчик, да? Блин, ну их там орда, конечно. Так, все, первые лучники готовы. Все, он минус. Балбес. Оу. Они... Не... Хабс, тебя вынесли. Я вижу. Да это, блин, не управление, ну, как бы расположение мое погубило все, нахуй. Командные бои, я не очень любил их, потому что слишком легко, но когда поднимаешь рейтинг общий, то находят походу по общему рейтингу. Я вообще не поднимаю рейтинг. Так ты со мной поднимаешь. А, да? Пипец, и чё, это помогает так мансить копейщиками? Да мне кажется, эта идея плохая. Хотя... Ну, это лучше, чем сидеть на месте, если честно. Не-не-не, ты видишь, да, как он мансит? Ну да. Типа они принимают весь урон, и лучники, соответственно, промазывают, и сзади лучники по другим лучникам стреляли. Я угорну, если мы еще победим. Да и снова без меня, блять. Я как будто жертвоприношение какое-то, знаешь, типа. Есть одна причина, почему они не так хорошо нас пушат. Они же их много, им же много ресов. А нас трое, мы просто добываем. Они вон... На другом берегу. Да, но там только один. Не факт. Мы втроем давим целую команду. Ты понимаешь? Понимаешь. А почему у нас всегда так какой-то бред происходит? Ну, ты видишь, да? У нас всегда бред какой-то происходит. Ну, это сложно, это реально сложно. У нас уже все давит числом. Ого! Ты, я увидел, как сейчас 8 гаубиц одним этим самолетиком, камикадзе этим, или лепестки что там, или как их там. Плоди их! Оп-оп-оп-оп-оп-оп, лети. Попадание, давай это, Кибернитсу. Сейчас будет твой выход, мне кажется, если у тебя есть кто-нибудь. Лодочки. Рыбацкие лодочки. Типа, почему я не боялся такого? Да ладно. Да ну нет. Да ну да, точнее. Да! Не, да! Чё? Да! Ну что вообще происходит в этой катке? Вообще это... Да ты забываешься! Я не понимаю, как эти додики могут его пропускать? Что? Хабс. Их вот четверо осталось или пятеро? А было 8. Было 8, реально половину вынесли уже. Не знаю, твои рыбацкие лодки, смотри, твоя рыбацкая лодка там вообще. Но пока не смотри, ты главное уничтожи пушки. А, да ладно! Да ладно! Слушай, Хабс, слышишь стрима эту катку, пожалуйста. Ты понимаешь, мы до такого дошли? Я вообще не думал, до попки дойдем. Эти челики просирают столько рейсов на то, что они строят. У нас все нормально. Один авиацию строит, один против того. То есть я мясо. Поможешь Ямато? Рыбацкими. Десант сделали.
Это солдаты с гранатами, ёптысь. Давай, плоди быстрей. Чини, челик, чини, пока их расстреливают. Чини, ёпта. Да ну нет. Упадет, упадет. Давай, давай, лады. Блядь, я не понимаю, почему они пулеметные машины делают? У них же фиговая туча автоматчиков. Ну слушай, цветы сакуры, это просто тащит там кап. Да, это очень типа, сильно. Смотри, у них автоматчики уже убегают, типа. И вот итог. Держимся. Еще 8 минут, еще 8 минут. Слушай, я удивлен, как на нас, типа, отсюда аэростатами не полетели. Типа, меня бы вынесли точно. Да. А, блин, чё нас? Я не понимаю, типа, как я только говорю про... Хочешь прикол? Что он мне сделает? Да, будем наблюдать. А, смотри, там сакуры летят. Ай, блин, не просто... А, где сакуры минус? Пиздец, мы даже не доплыли. А, он еще две отправил. Давай быстрее, опереди этих сакур. Он такой думает, ну все, сейчас дредноутом одним уничтожу главку. Да-да-да. А там такие маски, ладно. Смотри, разворачивается, разворачивается. А, ну все, у него радиуса нету. И второй плывет. Смотри, у тебя будет еще больше работы, чем ты думал. Да у меня их много, как бы. Еще два плывут. Блин. Что они сделают? Ого, дредноут под водой так лежит. Все, минус один. Тут... А у них, знаешь, походу проблема была с железом, типа. Они и там вырубили, 280 очков дали. Я поздравляю, это очень хорошо. Нет, слушай, Хабс. Типа, например, мне железо нафиг не нужно было. Я, типа, спамил ополченцев, которые зайду, и автоматчиков... Все, мне пофиг. Фризи, он Турция, он типа шахты себе поставил и кайфует. Это жесть. Я до сих пор смотрю карту и не могу насладиться тем, что происходило вообще на этой карте. Да это просто пипец. Мне дали 354 очка. 354? Мне сейчас, наверное, 20-ку накинут. За то, что я слился. Да, если что, да, я просто смотрю, люди заходят. Кстати, уже снова утро. Ну ладно, это... Все самые батальные, как я понимаю, катки в 5 утра. В 5 утра и мы втроем. Хабс, кстати, ты всегда умираешь вначале. И сейчас посмотрим. Слушай, в прошлый раз тоже 4 очка тебе дали.